умер первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Весь мир тут же бросился скорбеть, а российское общество эту весть встретило в целом равнодушно. Просто хорошего сказать нечего, а к давнишнему плохому люди уже подостыли. Хватает и сегодняшних проблем. И снова доброго дня, это итоги недели на канале «Пруф РФ, и с вами снова Рамиль Рахматов. Самым главным событием этой недели для всей страны стало, безусловно, 1 сентября. Даже если у нас кто-то из близких и не идет в школу, все равно этот день не оставляет нас безучастными. Чиновники и депутаты всей своей гурьбой толпой рассыпались по районам и весим, постояли и пофоткались на линейках, а также принесли какие-то смешные единичные наборы в подарок. Между тем, на самом же деле, властям республики сегодня, в преддверии 1 сентября, гордиться в сфере образования совсем нечем. Здесь жестким и объективным показателем служит тот факт, что 1 сентября, как планировалось, не вошли после ремонта, реконструкции и ввода эксплуатацию десятки школ в республике. Чиновники разводят руки, делают вид, что не понимают, как это произошло, винят во всем муниципальные власти и местных подрядчиков. Все это полная чушь ерунда. О том, что республика проваливает нацпроекты в сферах образования и строительства, мы писали уже не один раз, а множество. И приводили конкретные примеры школ в районах и детских садов. И местные власти, и подрядчики там очень часто были вовсе ни при чем. Зато очень даже при чем было управление капстроительства при Рамзиле Кучербаеве. Именно поэтому я считаю, что его можно смело осуждать не только по честным сооружениям в Кумертау, но и по множеству других историй. Но есть и другая проблема – Провалы и срывы по нацпроектам приводят к тому, что республика лишается в дальнейшем федерального финансирования. Вот как яркие иллюстрации некомпетентности наших властей в сфере образования, я воспринял на этой неделе две новости. Мы очень подробно рассказали о том, что в райцентре Кармаскалы учебный год ученики первой школы встретили в детском саду, другой школе и районном доме культуры. Факт налицо, но никто из чиновников района или Министерства образования даже не думает увидеть за собой хоть толику какой-то вины. Подробности вы можете прочесть по ссылке ниже. Но еще смешнее и печальнее история из Илишевского района, где руководит непотопляемая глава по кличке Мустанг. Так вот, как сообщают наши источники, в районе якобы активно идет вырубка защитных дорожных лесополос, Якобы по муниципальным контрактам эта древесина пойдет на отопление целого ряда детских и садов и школ в районе. Газ нынче дорог, поэтому от него решено отказаться в пользу дровяного отопления. Вот такой нынче у нас 21 век и технический прогресс. Бурзянские топоры уже были, удаленка классов в сарае, где школьники ловили интернет, тоже. Следующая стадия свечное освещение. Зато все республиканские СМИ очень громко трубили про то, что Башкортостан к 1 сентября успел сдать после ремонта школу имени Мигалиша и Муратова в селе Петровского Луганской Народной Республики. Новость хорошая, но тут, как я слышал, тоже не обошлось без пинка федерального Минстроя и Сергея Кириенко. Есть тут еще и историческая ирония. В местах, где воевал генерал, открыли школу его имени, а вот на его малой родине напротив закрыли. Продолжим тему образования и науки. Министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев стал вице-премьером, который будет курировать и отвечать за научно-технологическое развитие. Вот ничего плохого про господина Шельдяева не могу сказать, но все равно не вижу глубокого смысла в данном создании новых сущностей. Единственный значимый шаг, который сделали наши вла власти в науке за последние годы, это вот планы по объединению Угату и Бажгу, которые до сих пор страшат коллективу обоих вузов. Ради Хабиров на днях также заявил, что расширяет области грантовой поддержки для молодых ученых, якобы им будут помогать уже с приобретением жилья. Все это, конечно, замечательно, но я не верю, что все это реально даст результат. И тут даже дело не в республиканской власти, это, наверное, общий курс в стране. Иначе и быть не может в стране, где под себя подломали Академию наук, где вузы из институтов общества, в том числе и гражданского, стали просто образовательными учреждениями в рамках вертикали. Вот в понедельник на улице я встретился со своим знакомым из какой-то прошлой жизни. Он остался в науке и уже немало лет работает в Академии наук республики. Ему почти 40 лет, но глаза потухшие. Говорит, нет ни перспектив ни в науке, ни в благосостоянии, ни в карьерном росте. Оба мы пришли к выводу, что в стране вышли на западную модель науки и образования. Теоретически у нас наука была раньше открыта, доступна для всех. Теперь условия диктуют, что наука станет доступной только для узкого слоя. Это будет даже не всегда элита, но очень ограниченный круг. На этом, пожалуй, завершим по теме образования и пожелаем все же нашим всем школьникам и студентам тянуться к знаниям. Времена меняются, когда-нибудь их знания обязательно будут нужны нам всем. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел заседание правительства, на котором была озвучена стратегия социально-экономического развития за Уралией Республики Башкортостан до 2030 года и планы мероприятий по ее реализации. Цитируем премьера. Для обеспечения за Урали энергетическими мощностями мы предусмотрели строительство новой подстанции на 500 кВт. Это позволит преодолеть складывающийся в настоящее время энергодефицит в размере 300 мегаватт и создать задел на будущее. Все большую значимость для успешного позиционирования территории приобретает и инфраструктурное развитие. Поэтому в проект стратегии мы включили строительство железнодорожной линии Сибай-Подольск-Новорудная. Эта линия позволит значительно нарастить грузооборот станции Сибай и вовлечь в оборот месторождение в южных районах за Урали. Важно также, что эта дорога сократит логистическое плечо до Казахстана на 250 километров. Объем инвестиций по реализации стратегии социального экономического развития за Урале до 2030 года составит 175,7 миллиардов рублей, сказал Андрей Назаров. А уже в пресс-релизе правительства республики еще что-то говорится о развитии какого-то туристического кластера Урал и развитии сельского хозяйства. И все же, обращая ваше просвещенное внимание, что основная доля средств и проектов это все про добывающую промышленность. То есть в пользу компаний, которые и без того успешно высасывают ресурсы из этого региона. Конечно же, без публикации полного документа данной стратегии сложно нам что-то сегодня предметно говорить по теме, но что-то мне подсказывает, что ВОЗ будет и поныне там. Мы при Рустеме Хамитове много лет слышали про стратегию развития за Урали. За это даже отвечал целый вице-премьер Ильшат Тажидинов. Но реальным ведь показателем остается все так же отток населения из Башкирского Зауралия. На неделе в Уфе возникла новая конфликтная точка по поводу планов мэрии построить новые снегоплавильные станции на, в районе улицы Сагита Агиши. Как всегда у нас мнение горожан никто не учел и не спрашивал, а реализацию пытаются провести в приказном явочном порядке. Естественно, что жители микрорайона не хотят вместо зеленой зоны жить по соседству со зловонным промышленным объектом. Мы тут даже не станем, наверное, повторять их и экологов аргументацию. Что бы нам ни говорили власти, такие объекты на не самое приятное соседство, в этом легко убедиться на улице трамвайной, где рядом с таким же снегоплавильным пунктом стоит неприятный запах круглый год. Другое дело, что сами по себе снегоплавильные станции городу крайне нужны. Для этого достаточно вспомнить, как в этом году коммунальщики, прошедшие зимой, вывозили снег на берег реки Белой в Кузнецовском затоне. Но меня просто удивляет, с каким упорством власти порождают ненужные протесты, вместо того, чтобы ну, взять и просто подобрать нормальное место для таких объектов, которое бы устроило всех. В прошлом своем видео на канале Proof.RF я уже говорил вам о том, что можно спокойно легко выпасть из башкирской информационной повестки на долгое время, а когда в нее возвращаешься, то ничего особенного не меняется. В первую очередь я имел в виду удивительную способность наших башкирских чиновников создавать в каких-то своих целях и интересах конфликты с представителями бизнеса, а также продолжающуюся войну властей с уфимскими застройщиками. Так в повестку недели попала история компании «Орич Флот» чью деятельность объединенная, организованная группировка городских и республиканских чиновников и судебных приставов успешно останавливает разгар навигации и бизнес-сезона. На протяжении последних месяцев Ричфлот не только просто кошмарили проверками, предписаниями, судами и требованиями прекратить работу, а вот в прошлую пятницу вообще арестовали и угнали пролаучую пристань, которая обслуживала суда не только с этой компанией. Уфинцы все правильно поняли и буквально ногами выразили свое отношение и поддержку организатору прогулочного бизнеса на реке Белой. Мы же не сомневаемся, что действия чиновников обязательно обусловлены чьим-то интересами, в которых мы обязательно еще будем разбираться. Всю мощь абсурда и наглости городских и республиканских властей снова ощутил на себе застройщик служба заказчика «Проспект». Входит в группу компаний СУ-1, которая реализует проект жилищного комплекса «Прайм» на месте бывшего клуба АКФ. Имея полный законный пакет документов, несмотря на двухлетнее противодействие властей, застройщик все же приступил к работам и продаже будущих квартир. Тут же последовала информационная кампания против застройщика. Органы власти и ведомства различного, подчеркиваю, уровня тут же начали выпускать предписания друг к другу, подавать друг друга в суд с целью отозвать разрешение на строительство или хотя бы как-то приостановить работу застройщика. Эти схемы очень примитивные и незателевые. Но все же первый удар застройщик в судах, в судах с блеском отбил. Ну, во-первых, проспекту удалось избежать требуемых властями обеспечительных мер в виде запрета на продолжение работ. Во-вторых, застройщик сам наложил запрет на реализацию предписаний Госжилнадзора Республики по отзыву мэрии собственных же разрешений на строительство. Так что строительство жилищного комплекса Prime и продажа жилья в них продолжатся. В истории же с данным застройщиком, как и с многими другими, для меня очевидно несколько вещей. Ну, во-первых, я не верю в светлые мотивы наших чиновников сохранить городу архитектурный облик и памятные места. Зато я вижу, как застройщиков нагибают и загоняют в рамки каких-то вне нормативных организаций и заставляют платить какие-то деньги. Непонятно за что. Я видел, как мнение наших чиновников и руководства республики менялось на противоположное. Гнев на милость и наоборот в результате вот каких-то таких противостояний и скрытых переговоров. Так что я думаю, что речь исключительно о деньгах. Второе. Я вынужден в очередной и сотый раз констатировать, что наши власти исходят не столько из буквы закона, а сколько пытаются закон прогнуть под себя и свои интересы. Дошло до такого бреда, что мэрия подает суд фактически сама на себя. Ну и третий момент. Все это касается всех нас. Потому что платить за такие противоположные решения чиновников будут городской бюджет. То есть мы с вами. В завершение сегодняшнего выпуска замечу, что власти России выразили сдержанное сочувствие по случаю кончины Михаила Горбачева. Его похороны будут носить полугосударственный характер. А вот наши башкирские чиновники, например, как вице-премьер Азат Бадранов, вставили свои негативные 5 копеек по поводу деятельности Горбачева. Мое же детство прошло как раз под знаком начала реформ Горбачева и ничего хорошего на уровне своих воспоминаний я сказать не могу. Я вижу, как скорбит по Горбачеву так называемый весь цивилизованный мир и понимаю почему. Также я понимаю, что множество сегодняшних проблем России, и, а также главный наш конфликт с Западом и Украиной заложены именно действиями Горбачева. И все же я не хочу преувеличивать его роль. Есть объективный исторический процесс, который всегда выделяет в определенный момент актуальную для себя фигуру. Поэтому я, наверное, разделяю реакцию большинства россиян и нашего населения, которое встретило данную новость равнодушно. У нас сегодня действительно хватает своих проблем, чтобы еще кого-то ненавидеть или любить за прошлое. Берегите лучше себя и близких. Встретимся на следующей неделе. Не забывайте по традиции подписываться на наш канал и делиться с друзьями. Пока!